Славский район Калининградской области. Совхоз имени Гастелло. Засушливое лето в этих краях не в диковинку, как, впрочем, и дождливое. Климат Нечерноземья всегда делал острой проблему, как в его условиях обеспечить животноводство кормами. Повысить плодородие почв, управлять им, свести на нет зависимость от капризов погоды. Вот путь к успеху. Добиваясь его, в совхозе применяют целый комплекс агротехнических мер. Итак, травы хороши, за лето их уберут по несколько укосов. Теперь дорога на завод. Мы не оговорились. Хозяйство Славского района решили изготовить в 10-й пятилетке 73 тысячи тонн травяной муки. Первый агрегат завода по производству этих высокопитательных и удобных в хранении кормов уже вступил в строй в совхозе имени Гастелло. Когда на полную мощность выйдут еще два агрегата, завод будет выдавать в сутки по 40 тонн витаминизированных кормов. Преобразование Нечерноземья продолжается. Идут поиски все новых и новых путей для раскрытия возможностей Нечерноземья, для умножения его богатства.